Приветствую вас и смотрите, какая получается ситуация. Дело в том, что на протяжении развития ребенка действительно комплекс, о котором вы пишете, он, скажем так, в начале может быть полезен. Почему? Потому что для мальчика, а мы говорим именно про мальчику, про мужчин, а для мальчика отец – это первичный образ мужского поведения. И поэтому, когда мужчина, в данном случае отец, дает ребенку пример вот своей модели поведения, дает пример, как нужно себя вести, как правильно себя вести, то это хорошо. То есть ребенок вначале вот именно по такому поведению инстинктивно учится чисто мужскому, так сказать, характеру, принимает какие-то модели мужских выражений, проявлений и так далее. Но если он откровенно начинает своего отца ненавидеть, например, откровенно начинает конфликтовать с отцом, и излишне бороться с ним за внимание матери, например, то тогда, конечно, с этим нужно бороться. То есть, понимаете, как и у практически любого явления, есть причина, которая достаточно сама по себе естественная, нормальная, адекватная, правильная, да, полезная, конструктивная. Потому что, ну, по сути дела, что есть проблемы? Проблемы – это условия, это предпосылка для роста человека. Но когда эта проблема приобретает достаточно серьезные масштабы, когда эта проблема становится очень серьезной, она вообще вредит. И в этом случае, конечно же, ее надо решать. И поэтому давайте мы с вами откровенно зададим вам такой вопрос. Мешает ли или нет вам данная проблема? Доставляет ли она вам неудобства? Влияет ли она негативно на, скажем так, отношения ваши с отцом, с матерью и так далее? Если да, то это нужно убирать. Если нет, и вы просто с помощью данного обстоятельства осваиваете мужское поведение, да, то тогда, конечно же, лучше ничего не трогать и оставить все как есть. И я думаю, что не нужно прислушиваться к тем, кто говорит, что это норма, и не нужно прислушиваться к тем, кто говорит, что это, например, что это надо пережить. Все зависит от вас, как вы сами себя чувствуете, как вы сами себя ощущаете, так и нужно, собственно говоря, действовать.
К вопросу о том, как избавиться, можно говорить, можно подойти, да. Вот вы со своим отцом, например, да, вы с ним как бы конфликтуете, вы с ним соперничаете. И нужно отказаться от идеи соперничества и понять, что вы разные люди. То есть отойти от идеи эгоцентризма, когда все завязано только на вас. Вот именно в таком направлении и нужно избавляться от данного комплекса. Избавляться от соперничества. И если вы это сделаете, то и комплекс у вас уйдет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.